Здравствуй, моя звай Барат. О, нравится. Хроники Валькирии. До хрена надо жать на X, чтобы что-то пропустить, или туториал еще идет. Здесь, короче, типа пошаговой стратегии. Есть три бойца, карта. Вот синенькие — это мои бойцы, красненькие — это враги. У них есть ходы, нужно выбрать какого-нибудь. Вот выбираешь. Вот он, у него есть ходы, можно бегать. Но при этом, когда бегаешь, ход кончается. Можно покрутить камеру. График так себе, в общем-то. Ничего особенного. Так, как-то он умел перепрыгивать через это. Да и ёптить. Вид какой-то тупой. А, все, у него шаги кончились, надо старт жать. При этом, типа, теперь другого. Вот у этого есть шаги. Вот он этот, в меня стреляет, хрен, брат. На него надо навести. И стрельнуть с его ханами. О, mission complete. Ну что, здесь частенько надо пропускать что-то. Там, где в обычной игре жмешь один раз, тут надо три раза жать, чтобы что-нибудь пропустить. Опыт тут вообще пипец. Танки можно будет гасить. Бесконечные диалоги какие-то, вот уже 4 или 5 я пропустил, но они кончаться не собираются. Пипец вообще, когда поиграть-то можно будет? Да ёлки-палки.
Да иди ты нафиг. Окей, let's go. Ну и чё? В бошку он прям попадает, ему пофиг. В атаку на амбразуру врага. Как тут прикладом-то бить? Да кончай ты в меня стрелять, ядрен батон. Сейчас в упор прям подбежим. Так, развернуться надо. Странно, а как влево-вправо? Было же можно. Да... Блин! Что же за издевательство такое, а не игра, а? Давай. На тебе в брюхо прям. Все, пофиг. Ну, в общем, игра крайне интересная, конечно, познавательная.